Ивановка – провинциальная дворянская усадьба, затерянная в степной части юга Тамбовской губернии. Рядом с имением – одноименная деревня. Так уж сложилось на Руси, что дворянская усадьба и деревня всегда составляли единый, тесно сплетенный организм. Имение не могло прожить без деревни, деревня не могла существовать без имения. Вся великая русская культура XIX века вышла из дворянских усадеб. Но при этом не забудем, за воротами их мощно рокотал и бурлил океан крестьянской России, страдающий и празднующий, плачущий и поющий. И если бы ухо барина было глухо к звучанию этого словесного океана, если бы его душа была равнодушна и бестрепетно неотзывчива, то откуда могли бы появиться Пушкин и Фет, Тургенев и Бунин, Чайковский и Рахманинов? Усадебная жизнь была противоречива, поскольку экономическая основа ее все-таки складывалась из труда и страданий крестьян. Но ведь и всемирная слава русской культуры чего-то значила. И она формировалась тут, среди российских полей, наследственных преданий, липовых аллей и родовой памяти. Ивановка была скромной русской усадьбой, принадлежавшей роду дворян Сатиных, ведущих свое происхождение от самого Рюрика. Имение возникло на берегу речушки Вязовки в 50-е годы XVIII века. Оно было названо в честь своего основателя, Ивана Сатина. В конце XVIII века речка пересохла, и скотные дворы стали ощущать острую нехватку воды. Тогда же русло реки было перегорожено четырьмя плотинами, которые образовали каскад прудов. Само имение было расположено по их берегам. К концу XIX века усадьба представляла собой крупный комплекс, состоящий из жилой части «дом-флигель», хозяйственной, насчитывавшей 24 строения, старого и молодого парков, огородов и ягодников. С 1890 по 1917 год Ивановка теснейшим образом связана с именем Сергея Васильевича Рахманинова. Здесь, в имении своих родственников Сатиных, он много и плодотворно работал. Рахманинов тогда жил по следующему распорядку: осень-зима, гастроли по России, Европе, Америке, весна-лето, жизнь в Ивановке. Ради лета в Ивановке Сергей Васильевич всегда отказывался от самых лестных гастрольных предложений. Ивановка была для него, по его собственным словам, милым сердцу и душе монастырем. Здесь, в благословенной тиши, талант Рахманинова созрел, вырос и достиг невиданных высот. Здесь он работает над первой и второй симфониями, симфоническими пьесами «Цыганское каприччо», «Утес», «Остров мертвых», операми «Франческо да Римини», «Скупой рыцарь», «Кантатой весна», вокально-симфонической поэмой «Колокола», «Литургии святого Иоанна Златоуста», виолончельной и фортепианными сонатами, всеми фортепианными концертами, а также прелюдиями, музыкальными моментами, этюдами, картинами, романсами. Ивановка стала его семейным гнездом, теплым, светлым, счастливым. Роль и значение Ивановки в творческой и личной судьбе Сергея Васильевича Рахманинова невозможно переоценить. До 16 лет я жил в имениях, принадлежавших моей матери. Но к 16 годам мои родители растеряли свое состояние. Имения пропали, были распроданы, и я уезжал на лето в имение моего родственника Сатина. С этого возраста, вплоть до момента, когда я покинул Россию навсегда, целых 28 лет я и жил там.
С 1910 года это имение перешло в мои руки. Находилось оно около 300 миль к юго-востоку от Москвы, или ночь пути по железной дороге, и называлось оно Ивановкой. Туда я всегда стремился или на отдых и полный покой, или наоборот на усидчивую работу, которой окружающий покой благоприятствует. Надо ли описывать вам это имение? Никаких природных красот, к которым обыкновенно причисляют горы, пропасти, моря, там не было. Имение — это степное, а степь — это тоже море, без конца и края, где вместо воды сплошные поля пшеницы, овса и так далее, от горизонта до горизонта. Часто хвалят морской воздух, но если бы вы знали, насколько лучше степной воздух с его ароматом земли и всего растущего, и не качает. Ивановка оказалась в эпицентре крестьянского восстания в Тамбовской губернии в 1919-1921 годах. Ставка Антонова Каменка находилась в 17 километрах к северо-западу от Ивановки. Несколько раз в течение 2 лет Ивановка переходила из рук в руки. Трижды в 1920 году на территории имения устраивались казни. 2 раза антоновцы расстреливали пленных красноармейцев. 1 раз красноармейцы расстреливали антоновцев. У 20 семей из деревни Ивановка за связь с антоновцами было конфисковано имущество, а сами семьи были высланы. К 1922 году все строения Ивановки были уничтожены. В большинстве своем строения погибли от рук жителей Ивановки и во время боевых действий в 1918-1921 годах. Главная, пожалуй, мысль волнует и печалит. На месте разоренного дворянского гнезда когда-то закончилась историческая драма не только дворянства России, но и прежде всего крестьянства. Здесь были разрублены тугие узлы, в которых и вековое противоречие, и вековая кровная связь. Громя и разоряя усадьбы, крестьянская Россия совершила самосуд и над собой. Помещичий быт дворянства, как и само сословие, неотделим от крестьянской России. Они воплощение единого национального духовного тела народа. Язык, мелос, мифология, народная философия в категориях добра и зла – все это питало и формировало культуру русского дворянства, а шире – русской цивилизации. Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и до ныне туда стремлюсь. Позже мы слышали, что дом наш сгорел. А значительно позже, живя уже в Америке, я узнала, что на усадьбе Ивановки были снесены все здания. Дом, конюшня, амбары и так далее. От усадьбы осталось только 2 фруктовых сада и парк. Фруктовые сады просуществовали до 60-х годов 20 века. От рахманиновской сирени оставалось 2 одичавшие клумбы. Все пришлось делать сначала.
следующем году хотим начать проводить международный фестиваль в Ивановке Тамбовской области в имении Сергея Рахманинова. Там есть совершенно замечательный человек, Александр Ермаков, который возродил все, что связано с Рахманиновым на пустыре, без денег. Но простые люди, даже милиционеры, которые там работают, сказали: «Будем помогать, потому что почувствовали в этом какую-то правду». Он возродил и сад, и даже фауну. Теперь в Ивановке культ Рахманинова. Представляете, что он сделал? Как можно это не ценить, не обращать внимания? Там Рахманинов почти все свои великие сочинения написал. И не побывав там, можно сказать, что Рахманинова по сути не знаешь. А это и есть русская культура. Помимо того, что это усадьба, это природа, это места, где Рахманинов, конечно, самое главное впечатление – это Александр Иванович Ермаков, человек, который это все воссоздал, который положил на это свою жизнь. Но вообще это человек, который одарен в самых разных областях. Он и строитель, и руководитель, и знаток Рахманинова, и музыковед, и музейный работник. Все что угодно. Он вынужден заниматься самыми разными делами. Должен вести и переговоры, он должен после урагана заниматься расчисткой территории, он должен строить, он должен привозить новые цветы. С одной стороны, он фанатик своего дела, а с другой стороны, человек, обладающий абсолютно трезвым умом, который ориентируется в действительности лучше всех нас. Наверное, бывают люди разносторонне одаренные, но вот человека, который посвятил не просто много лет своей жизни, а всю свою жизнь одному делу, таких людей немного, и это огромное счастье для Ивановки, для Тамбовской области, для всей России. И в этом году на таком высочайшем уровне в Москве шел разговор о перспективах развития Ивановки. Понимаете, такого не было никогда еще. Когда я вышел от президента, я единственное, что я сказал Владимиру Толстому, что я дожил. 49 лет доказывал, убеждал, и вот впервые это я услышал. Понимаете, это очень важно. И когда мне прислали дорожную карту развития Ивановки, честно скажу, я даже не поверил, я позвонил губернатору. Где-то, может, что-то вот надо было лучше сделать, я не сумел лучше сделать. Ну, я всегда говорю так: ребят, вот кто придет потом, дай Бог, чтобы он вот лучше сделал. Единственное, что меня успокаивает, это то, что для того, кто придет, смею надеяться, фундамент я сумел заложить. Мы придумали границы, мы придумали языки, мы придумали религии, если хотите. Понимаете? И все нас разъединяет. Вот чтобы разъединиться, люди понапридумывали столько, что просто иногда страшно становится. А вот чтобы объединить,
Всевышний послал людям только одно – это музыку.